Почему вы снимаете вот эти надгробия? Судебное дело из-за этого было, что сняли там какую-то могилу, один человек пришел, говорит, а почему вы там дали разрешение? Мы не давали. А на каком основании он снимал? Я говорю, откуда я знаю? Значит, что вы здесь делаете? Ну, не охраняете, не смотрите за этим. Ну, понимаете? То есть дело судебное, чем закончилось судебное дело? Откуда я знаю? Этому не мы же разбирать, понимаете? Ну, я как? Этим не разбираюсь, значит, службы для этого. Ну, как интересно, что вот, чем это закончилось. Ну, вам-то какая разница, ну, чем как? Это как? Исторически мы не против, я говорю еще раз, мы не против, чтобы снимали, но просто, понимаете, есть вещи, которые вот появляются там в сети, там, или какие-то комментарии, да, которые приходят потом отписываться, ну, где мы там, ну, не причастны, допустим, там, вот надгробие большое там, или еще кого-то. И потом я должен отписаться, почему там это такое у вас надгробие. Зачем мне это надо?
Почему вы снимаете вот эти надгробия? Для чего это? Вам в интернете все не укладывает. Для себя, пожалуйста, в интернете не укладывает.